мы познакомились? Сколько нам было? 21, 22. Дети еще. Не знаю, что это было. Случай или судьба. Если бы он успел в то утро душ принять, то я бы на него вообще внимания не обратила. Где ты ездишь? Бабки за тебя теряем. Ну ладно, не ной. Я не ною. Серьезные люди. А чего воняет? Слушай, ну извини, не успел. Сразу жестянки. Здрасте. Здрасте. Рабочую беседку делать. Хочешь? Постойте. Сколько? Валя. Да. Рабочие пришли. Ага. Я банку знаешь сколько дал? Все в проект вложил. На последний взял домик на югах. Восемка моя от города, рядом никого. И, внимание, до воды 200 метров. Вот так, салага, учись. Ладно, давай, ко мне рабочие пришли. Ну что, молодежь, за день управимся? Ударником бонус. Всем привет. Здрасте. Проснулась принцесса. Что-то сегодня рано. Еще солнышко не зашло. Пап, хватит. Кремом мажьте. Эй. Туда вообще не смотрим. Вот, работаем. От кого так рыба воняет? От меня. Коптильный ночной отпахал. Противный запах. Я в дом. Слышь, сегодня не заканчиваем. В смысле? Я с купцом уже договорился. Я тебе говорю, завтра еще здесь, понял? Эй! Подожди, пожалуйста. Ты это, загорай. Я сейчас помоюсь. Меня Артем, кстати, зовут. А, Лера. Садиться играть. Всегда выигрываю. Особенно на раздевании. Слушай, а можно тебе поцелуй? Я друг. Мне можно. Мне можно. Вот так вот чуть-чуть. Мне можно. Марат, хорош. Ты как выпьешь, блин, тебя это убивает. Слышишь? Лермонтов, я тебя люблю. Так, слушайте, а? Может, мы пойдем? А мы пойдем. Пока. Пока.
пока. Пока. Кать, пошли! Катя! Катя! Катерина! А почему Лермонтов? Не похож? Меня особо, он с усами был. А так? Будешь себя хорошо вести, я тебе потом расскажу. Ты не хочешь, не рассказывай, смешной такой. Слушайте, там сейчас такое намечается. Вот, а топлива нет. Ну ладно, давай пока. Подожди. Дай руку. Зачем? Судьбу предскажу. Ну что там? Да я не знаю. Я вообще не врубаюсь в это. Просто хотел тебя за руку держать. Ой, я не знаю, как ты там со своими курортницами привык, все равно так не видит, ясно? Ладно. Завтра приеду. А кто тебя звал? А кого я спрашивал? Еще и наглый. Понятно. Ладно, давай, пока. Я стихи пишу, поэтому Лермонтов. Серьезно? Ну да, папаша приучил. Я в детстве заикался сильно. Надо же мне как-то было с девчонками общаться. Я им записки писал. В стихах? Ну да, в стихах. Ну, почитай тогда. Завтра почитаю. А про меня напишешь, Лермонтов? Уже. Говорят, счастье — это когда влюбляешься. Потом все равно больно, но вначале. В ту ночь я была счастлива. Еще не понимала, как меня зацепило. Как петлей. Игорь Яковлевич, чего не спим? Кофе перепил. А поздно ты сегодня. Новый друг? Да, местный. Спокойной ночи, Игорь Яковлевич. Игорь. Он старик же еще. А, слушай, тебе интернет не нужен? Хочешь, садись, я кофе поделюсь. Нет, спасибо, Игорь Яковлевич. Я спать. Приятных снов, Игорь. Игорь, ну, бать,
спать, давай. Вставай, вставай, давай, давай. Пошли спать. Все. Я сам. Давай сам. Рассказывай. Чего? Чего-чего. Светишься весь, вон лыба за километр видно. Я девушку встретил. Полумесяцем брось. Да, не моей породы ты, сынок, весь в мать. Та тоже вертихвостка. Всю жизнь хвостом вертела. А может, и сейчас вертит. Хрен их поймешь, женщин. Тебе кто мешает? Он сходил бы в кино. Или в парк. Тетю Веру пригласи. Она же все глаза сломала. Веру? Ты сравнил это чучело с матерью? Веру? Да лучше уж не с кем, чем с кем попало. Кто сказал? Амарха я. Молодец. Послушай, я так накидал сегодня нежность и боль. Переболел не одной тобой. Шлепнется ветер листом в ночь. Время не лечит. Прочь. Это все сон. Сын сок. Сердце врезается в висок. Режется отмашкой судьба кнут. Воспоминания жгут. Жгут. Молодец. Бать, ты самый лучший. Вот давай по этому поводу и по рюмочке выпьем. Может, хватит на сегодня? Хватит отца учить. Женилка еще не выросла на сегодня. Свою. Вцепись в нее зубами, руками и держи мертвой хваткой. А то будешь всю жизнь по бабам бегать, как голодный. Тоже, кстати, вариант. Как свою узнать, батя? Узнаешь. Почувствуешь, сынок. Сердце подскажет. А если уже узнал? Сегодня. Я с тобой же о серьезных вещах разговариваю. У тебя опять ирония. Бать, давай уже, хватит на сегодня. 5 минут и все. Thank you.
вот этот прикольный. Вообще мне нравится, молодец, удивил. Родственник ваш? Гуревич? Да не дай бог. А что, похоже? Отца партнер по каким-то там типографиям, крут как. Серьезно? Угу. Гений. Начинал корреспондентом, а сейчас он крупный издатель. Универ закончу, к нему пойду работать. Журналистский? Не. Писать не люблю. Управление бизнесом. А че он здесь трется? А я ему нравлюсь. Тебя этот мальчик не напрягает? Ты зачем его оставила? Пусть на глазах будет. Главное, чтобы не лез куда не надо. Пусть лезет. Ты что, с ума сошла? Ты видел, как Игорь на Лерку смотрит? Дождется, пока доучится, замуж позовет. Искать напоследок, который видит с красивым молодым парнем, будет хоть что вспомнить. Перебесится, умнее по-женски будет. Гуревич твоего не спешит никуда. Умная аж страшная. Неплохо, неплохо. Дилетант, но с задатками. Ты не волнуйся, у нас сейчас везде дилетанты. В бизнесе, в политике, в медицине. Прозу не пишешь? Стихи плохо продаются. А я не для продажи? А для чего еще? Все для продажи. Просто цена разная. Деньги, успех, слава, женщина. Приезжай в Москву, я тебя на работу возьму. Тут тоска. Сдохнешь. Спасибо. Постараюсь как-нибудь здесь выжить. А что, амбиций совсем нет? Я в твоем возрасте квартиру продал. И выкупил одну газетенку. «Юнат Карелии» называлась. А теперь у меня издательский дом, телеканал, две радиостанции. Это потому что начал вовремя. Круто. На моем фоне вы просто сверхчеловек. А на твоем не трудно. Знаете, у нас за лиманами один дедок рыбачит. Сам с Москвы, бизнесмен. Всю жизнь пахал, пока половину кишок не вырезали. Сейчас еле ползает, пакет с мочой на боку. Сюда доживать приехал. Так вот он говорит, всю жизнь мечтал вот так вот сидеть. В лодке с удочкой, чтобы никто не дергал. Ну, жалко дедушку. А ты-то к чему? А я к тому, что я из той же воды рыбу ловлю, такой же удочкой, пока вы за свои деньги бровитесь. Мальчик, ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь? А почему ты меня никогда не брал на рыбалку? Поехали прямо сейчас. Я настаиваю. Лера! Лера, куда? Мам, мы на рыбалку, вечером не жди. Спасибо. Лера! Зачем ты их отпустил? Засиделся я тут у вас. Мне в Москву пора. Дочка твоя влюбилась. Пап, вы меня по очереди караулить будете? Игорь уехал. Почему? Не знаю. Что вы там ему наговорили? Па, ну чего ты злишься? Уехал, слава богу, легче всем. Лера, ты не понимаешь. Мы от него зависим. Я, ты,
наша семья, мой бизнес. Я все вложил. Без его помощи мне сейчас никак. Пап, ты меня так под него подкладываешь, аж противно. Да не под него. Ну, не нравится Игорь, найди другого. Хочешь, ни с кем не встречайся. 20 лет я в тебя вкладывал. Врачи, репетиторы, английский, частная школа. А ты обжимаешься с этим быдлом. Не быдло. Ну ты меня тоже пойми. Связалась с каким-то гастарбайтером. У него отец алкаш. Живут на помойке. Может, у него вши. Так, все. Я тебе запрещаю с ним встречаться, Валерия. А по какому праву? Я раба твоя. Либо ты с ним расстаешься, либо мы уезжаем в Москву. Хорошо. Что хорошо? О чем договорились-то? С тобой в карты играть. Слушай, может, поедем отсюда? А что, не нравится здесь? Да я не знаю, лоховство какое-то. Пацаны, а мир на ске приехали. Человек 30 уже. Быкуют. Где, на дискаче? Да. Ты куда? Сейчас. Минут 5 здесь посиди, ладно? Так что повод нам пришли. Артём! Это приёмы, пацаны, ё-моё! Я ж тебя просил. Вы драться идёте? Тихо, не кричи. Значит так, либо ты сейчас ходишь со мной, либо ты меня больше никогда не увидишь. Я не шучу. Слушай, ну что ты взбесилась? Ну пойми, я не могу вот так прямо сейчас уйти, ну. Слушай, если бы я знала, что ты такой, я вообще бы с тобой никуда не поехала. Так что выбирай. Артём, ты идешь? Артём, отвези меня домой. Да нет. С пацанами неудобно вышло.
wings to fly. And we have no precious tears to cry. Count elusive days in the useless games. Don't you know the world? Лето было сумасшедшее, сказочное. У меня такого не было никогда. Ни до, ни после. Мама договорилась с отцом, и нас терпели. Артем не переставал удивлять. Мне казалось, он знал все, у него было столько книг. Я спросила, он хотя бы половину открывал? Он сказал, что прочитал все. Его отец объездил весь мир. Пока был в море, семья держалась. А как списали, выяснилось, что они с женой разные. Мать вышла замуж и уехала в Германию. Сказала, заберет Артема, как устроится. Пока, видимо, не устроилась. Cross the borders, how near, how far, bearing down in words our immortal soul. Странно. Каждый день был бесконечным, как год, а все лето пролетело, как один миг. When there's nothing else to lose, you're the only one I choose. Love is all around. Love is all around. Love is all around. Love is all around. When there's nowhere else to go, you'll be the only one I love. Love is all around. Love is all around. Я без тебя не смогу, ты это понимаешь? Созваниваться будем. Писать каждый день. Это не то. Я к тебе приеду. Мы дом купца закончим. Я сразу к тебе. Я обратно поеду. Лера, не сходи с ума. Останови, я на ходу выпрыгну. Прыгай. Валя, останови. Ты-то что еще? Останови, я прошу. Может, до заправки доедем все-таки, а? Не выпрыгнешь до заправки? Я тебе разрешу остаться, правда, если захочешь. Только выслушай меня. Ты тетю Олю помнишь, Ножкину?
Тетя Оля толстая? Угу, толстую. Первая красавица была в классе. К Славе Зайцеву моделью звали, я завидовала страшно. Да ладно, правда? Угу. Парня у меня увела, Эдика. Красивый был, на гитаре играл. В общем, поженились они после выпускного сразу. Сейчас обоим за 40. Живут у ее родителей в двушке с детьми. Ни своего угла, ни перспективы, ни денег. Она его ненавидит, лютой ненависти. А все, поезд уже ушел. И бегает Оля взмыленная, как лошадь. Плита, магазины, дети. А по вечерам сидит перед телеком и жрет без конца. Хочешь так? Артем, он не такой, он талантливый, умный, мам, я его люблю. А останешься, через полгода возненавидишь. Что тебя там ждет? Карьера, друзья, работа. Вообще, кем ты себя видишь? Женой строителя, рыбака, он кто вообще? У тебя в Москве будущее, а здесь? Все хорошее уже случилось, дальше только хуже. Приползешь через полгода с пузом, в слезах, никакой любви не останется. Сохрани воспоминания, это самое лучшее. Я один раз любила. Уберег Господь, не вышла за него. В общем, решай, куда едем. Потом я же не прошу отказаться от него. Просто возьми тайм-аут. Все, нафиг обед. Ты на мыло писал? Не отвечает. Ну, уехала куда-нибудь. У нее учеба сейчас. Ну, да что ты хочешь? Телочка московская. Это ты здесь, как король, а там таких, как ты. Матросила и бросила. Тём, ну ты только не плачь, а то я сейчас тоже заплачу. Иди ты. Ну езжай к ней, чё. Чистовую сами добьем, с тебя вычтем. За батька-то посмотрит. Слушай, ты тоже ему, знаешь, не дофига помогаешь. Ну что, мужик крепкий. Лет 20 еще прокувыркаться сможет. Что, теперь тебе не жить, что ли? Рад, смотрю. Что, кофе? Что-нибудь надумали? Нет, спасибо. Как отец? Нормально, привет передал. Что с телефоном у тебя? Номер сменил. Из меня? Понятно. Лет закончилось, началась жизнь. Ничего не плохо. Тём, не надо. Да не, ну что ответь? Имею я право знать, чего со мной не так. Мне было очень тяжело, когда мы расставались. Меня мама даже к психологу водила, я до сих пор таблетки пью.
Мы разные. Сложно объяснить. Твоя жизнь там, моя здесь. И что, я в твоей негативу, что ли? Из-за чего? За денег или так? Тупой? У нас был летний роман. Это у многих бывает. Это частое явление. Мой врач говорит... Лер, мы с тобой любили друг друга. Я не понял, ты от этого лечилась? Я хочу, чтобы ты так уезжал. А я никуда не уезжаю. Все, я здесь. Нужны будут деньги. Я не знаю, чего там тебе папа с мамой уши напели. Только я не хуже всех этих твоих мажоров московских, ясно? И больше ты со мной. Я тебя люблю. Значит, до шестого прощайтесь. До шестого, Татьяна Ивановна. Всего хорошего. Говорил, я хорошо пишу. Говорил. Такого добра пол интернета. Одни писатели. И работа нужна. Хоть какая. Все деньги за квартиру отдал. На жалость не дави. Здесь на твои проблемы наплевать. Явился мальчик с удочкой. На мотике. Ладно, не парься. Спасибо. К Лерке приехал. Возьму курьером. Хочешь, пиши внештатникам. Понравится, опубликуем. Ко мне на «вы». Лето было летом, а здесь ты пока никто, низшее звено, я тебя знать не знаю. Нормально? Нормально. Юль, зайди ко мне срочно. Да, Игорь Яковлевич. Юлечка, это наш новый курьер. Ознакомь, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Возьмите. Спасибо, что работу ему дал. Наверное, не стоило. Он бы все равно остался. Так хоть на виду. Что?
Спасибо. Продолжаем развлекаться пошлость, как наркотик душам, а потом мы тихо греем, ближе к смерти, боль свою. Спасибо за теплый прием, уроды. Спасибо, что заткнулся. Раз, раз. Сам раз, раз. Ну да. Я скоро стану как танк, практически неуязвим. Иначе нельзя никак прожить среди наших зим. И дело твое, труба, и тело твое не то. По капле дави раба, просеивай в решето крупицы своей души. Нормально, давай, продолжай. Давай, давай. Топчи в себе халуя, но не забывай души. Дыши. А еще что-нибудь прочти. Я врать начала. Никогда не врала я тут кому, тебе. Бред. Тёма, я не хочу тебя обманывать, у нас ничего не получится. Никогда. Дружить-то мы можем. Если б не ты, я сегодня большую глупость сделала. Но ты появился, и все по-другому стало. Как в себя пришла, спасибо. Лерка, не напечатается. В смысле? Прикинь, меня какой-то мужик хочет издать. Сборник стихов Цыганова Артема. Москва, дыши! Хочешь чай? У меня кроме чая ничего нет. Радовался, как ребенок. Может, закурите сразу? Я бросила их и дым по душу. На чем мы там вчера остановились? Артем писать начал, его издали. Но работу курьера он так бросить не смог.
что тебя, собственно, так удивило? Я за квартиру больше плачу. Ну, значит, плати меньше. А ты решил на стихах денег заработать? Ты откуда такой глупый юноша? С колхоза лох педали. Будешь? Нет. А я в Рашке только так могу. Иначе страшно. Мир? Мир. Слушай, у тебя квартира есть? Да. Ну, хоть издательство есть. Вот оно. Все издательство. Живи легче, старичок. Ладно. Не шестого за квартиру платить. Погоди, погоди. Приятели агентства. Скажи, что от меня. Лучше не говори. Реклама, корпоративы. Будешь стишки писать за деньги. Разменяешь божий дар на копейки. For 100 ends good lies between, just like an angel on the street. There are broken chords and guitar keys. Do you need someone to agree? Looking through the windshield at the crazy people, who do you think you are? Superstar. You take a pill and close the door. Feel so lonely now, you've gone too far.